Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Сегодня у нас вот такой маленький и вот такой большой пакетик. Сейчас мы все это дело с вами вскроем. Забегая вперед, сразу скажу, это долгожданные колеса. Колеса фирмы Austar. Алюминиевые диски, модель AX5020G, буква влияет на цвет дисков, диски с бедлоками. Так, значит, что мы имеем? Мы имеем вот такое вот колесище. Такой протектор мягенький, классный. Вот такой диск. Думал, будет алюминиевый. Оказывается, написано то, что диск с гальваническим покрытием металлическим. Но все это дело идет на пластик. Ну, в принципе, выглядит красиво. В комплекте колпачок. Все на болтиках. Смотрится вообще шикарно. Вот. Колесо большое. Заявлено 120 миллиметров. Так оно и есть. Будем испытывать. Значит, что мы делаем? Пропускает колеса воздух. Соответственно, значит, вовнутрь будет заходить всякая вода, грязь, все. Значит, мы разбираем колеса и заклеиваем вот это вот отверстие. Вот так. И еще, я не знаю, хочу попробовать. Вытаскиваю сразу поролон. Вот, хочу сделать, чтобы они были немножко помягче. Подтягиваем сразу чуть стороночку, чтобы полностью распрямилось. Вставляем здесь, вот по местам, где бедлок. И тут смотрим, тоже видите, есть вот такие вот пазы, и они прям вот попадают на те выступы. Также проверяем резину, чтобы она была везде одинаковая, не поджатая. Ну и пробуем, подтягиваем. Подтягиваю через один, чтобы поравномернее все у нас встало здесь. И все. Больше ни воздух не выходит, ничего. И вот такая вот она становится. Ну, не знаю, лучше это будет или хуже. Пока однозначно сказать не могу. Поездию вот так. Если не понравится, значит, поставлю назад. Уплотнитель и колеса будут немножко пожестче. Вот так вот стали у нас колеса. В принципе, колесища такие солидные. И вот столько вот они прожимаются.